Должанский заявил, что одной жены ему мало, ему нужна еще и любовница. Он даже выбрал кандидатуру Юлию Жукову. Будущая жена Коли Катя в шоке. Она плачет и не понимает, как Должанский мог предать ее до свадьбы. Очень много пар и мужчин, которые вот ручки жене целуют, говорят, я тебе изменять не буду. А на самом деле они просто смотрят на красивых, на других. А здесь он в открытую показывает, что да, я хочу любовницу. Это должно реализоваться. Поэтому, в принципе, это очень хороший пример. Ну вот смотри, ты говоришь, одно дело, когда он говорит, но хочется все-таки, чтобы мужчина, когда говорил слово, чтобы это что-то значило, понимаешь?